конкурс «Самоцветы Севера 2023 пройдет 10 и 11 марта на двух площадках. Хоровики и инструменталисты покажут свои таланты на базе Котласской школы искусств «Гамма». Хореография, декоративно-прикладное и театральное искусство, художественное слово в Котласском дворце культуры. Мы всегда делаем ставку на профессиональный состав членов жюри. И поэтому и в этом году пригласили преподавателей музыкальных училищ, колледжей культуры, театральных институтов, известных коллективов детского, вокального, хореографического творчества. Члены жюри приехали из Москвы, Вологды, Кирова, Кирово-Чепецка, Ярославля и других мест. Кроме конкурсной программы запланирован ряд мастер-классов от приезжих мастеров.